Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Нам не нужна война, ни холодная, ни горячая, ни гибридная. Но если на нас будут наступать войска, если у нас попытаются отнять нашу страну, нашу свободу, наши жизни, жизни наших детей, мы будем защищаться. Не наступать, защищаться. Наступая, вы будете видеть наши лица, не наши спины, наши лица. Чем вызвали ухудшение экологической... Применение противопехотных ракетных комплексов «Фагот», подразделение артиллерии.